Всем большой привет, меня зовут Гульнас, и я очень рада, что вы заглянули на мой канал и смотрите это видео. Сегодня у меня обзор самых новых, классных и интересных новинок из магазина Fix Price. Свой обзор хочу начать с отдела канцелярии и покажу здесь первые новинки. Блокнот с объемным дизайном. В каком месте он объемный, я не понимаю, если знаете, пишите. Так и написано, объемный дизайн. А на ценнике написано, что это блокнот с объемной застежкой. Честно сказать, не понимаю. Продаются они в ассортименте 96 страниц. А эта расцветка блокнота мне понравилась, чем-то зацепила. Цена 149 рублей. Настольный коврик для детского творчества 2 в одном. У коврика яркое изображение. Его можно использовать как коврик для рисования и как покрытие для рабочего стола. Размер 60 на 85 сантиметров. Можно рисовать красками и фломастерами, стирать рисунок влажной салфеткой и снова рисовать. Но не каждыми фломастерами можно рисовать по этому коврику. А в наборе коврик и 3 фломастера. Продаются они в 3 разных рисунках, показала вам, цена 199 рублей. А набор многоцветных шариковых ручек, ручки автоматические. В одной ручке 4 разных цвета стержня, толщина 0,7 мм, цена 55 рублей. Набор цветных гелевых ручек, чернила с блесками, продаются они в упаковке, цена 55 рублей. Гелевые ручки с увеличенным запасом чернил, идеальны для тонкого письма, всего в наборе 6 штук, цвета красный, черный и 4 синих, цена такого набора 77 рублей. Текстовые делители в наборе продаются в 3 цветах. 77 рублей. Блокнот гравюра раскраска с пластиковым скребком. Всего в наборе 12 гравюр рисунков. И все они изображены на обратной стороне обложки. Второй вид блокнота гравюра с рисунком карнавал. Подходит для детей старше 3 лет. Цена 99 рублей. Альбом-книжка для рисования продается в картонной упаковке. У альбома 10 страниц и 4 фломастера в комплекте. В этом альбоме можно рисовать, стирать влажной салфеткой и снова рисовать. Продаются они в разном оформлении, цена 199. Настольная развивающая игра из серии Disney, набор кубиков. В наборе 9 ярких кубиков с разными картинками. Изготовлены они из пластмассы и бумаги для детей старше 2 лет. Срок службы 10 лет, производит Россия, цена 99. Книжный отдел тоже порадовал, завезли много новых книг. Почему врага нужно знать в лицо и как не поддаться панике во время новой вспышки эпидемии? 99. Токийский зодиак, тонкая обложка и толстый переплет. Лучший франкоязычный роман «Грёбаная история». Жутко громко и запредельно близко. Мальчик, который пошел в Освенцим вслед за отцом. Реальная история, бестселлер. Обложка тонкая, сама книга толстая. Если интересно, пишите. Дина Рубина «Синдром Петрушки» с отметкой 18+. Продолжение бестселлера «Мертвое озеро, темный ручей». «Жилье по обману» авторы Татьяна Устинова и Павел Астахов. Здесь вы найдете про обманутых дольщиков, кто такие мошенники и как их призвать к ответу. Счастье – это жить своей собственной жизнью, настоящей, а не придуманной. А роман с отметкой 18+, «Золотая клетка». Очень позитивная книга «Искусство жить просто. Как избавиться от лишнего и обогатить свою жизнь». У кого все хреново, это книга для вас, книга о надежде, и она уже, по-моему, была. Тонкое искусство пофигизма, парадоксальный способ жить счастливо. От создателя культового романа «Молчание ягнят» Томас Харрис и Кари Мора. Цена 99. Завезли новые мягкие покрывала с символом года. Плед продается в 2 цветах, размер 80 на 100 сантиметров. Видно, что он тонкий, без подклада, просто одна ткань. Цена 199 рублей. Состав полиэстер, шьет Китай. Пластиковый ящик для хранения с ручкой на 3 литра. Также в нем можно хранить пищевые продукты. Широкая ручка от тяжести контейнера будет увеличиваться.
Размер 24 на 20, высота 9 сантиметров. Изготовлена из полипропилен, цена 77 рублей. Производит Funbox, город Дмитров. Мне в последнее время очень нравится изображение с геометрией. Это коврик преддверный размером 75 на 45 сантиметров. Запаха никакого не имеет, возможно, уже выветрился. Есть еще и в таком цвете рисунок под ламинат и линолеум. И такая расцветка в виде сот почему-то мне тоже нравится. Коврик плотный, с обратной стороны полностью прорезиненный, но края не обработаны. 199. Рядом лежат и эти коврики, они очень мягкие и красивые. Но в комментариях мне написали, что они плохого качества, расклеиваются. С обратной стороны прорезинены. И по всему периметру края оверложены оверлоком. Писали, что расклеиваются и отходят вверх и низ. На вид отличные коврики, размер 70 на 45, цена 199. Много новинок завезли в отделе новогодних игрушек, и первая — это декоративная нить длиной 3 метра. Украшена блестящими елочками и деревянными шариками. Длина 3 метра, состав полиэстер и дерево. Еще такая декоративная нить продается и в серебристом цвете, длиной тоже 3 метра. Красивый и модный ободок в этом году с рогами оленя. Ободок подходит как на взрослую, так и на детскую голову. И второй вид ободка, цена 77. К тому же он еще и звонкий. Ободок с шапкой Санта-Клауса. Большой и богатый ассортимент в этом году — этот ободок с елкой. Этот ободок подойдет для детей на утренники и на новогодние праздники. И в розовом цвете, цена такая же. Коробочку с машинкой я показывала, а со снеговиком еще нет. Также я на своем канале распаковывала все эти новогодние подарки. Кто еще не видел обзор, ссылку оставлю в описании под видео. В этих коробочках находится печенье «Сдобное» с сахарной обсыпкой новогоднее, массой 150 грамм. Нравятся такие жестяные баночки, они очень красивые, и потом, конечно же, они пригождаются. А новые толстые теплые варежки в лиловом цвете с небольшой отделкой искусственного меха. Они очень мягкие и теплые, повторюсь, внутри искусственный мех, зимой в них руки точно не замерзнут. Есть еще и в сером цвете, 199. И еще супер модные варежки по такой же цене. Внутри искусственный мех. Они такие же теплые, мягкие и приятные, но по сравнению вот с этими варежками, они немного маломерят. Продаются в двух цветах. Полка двухъярусная, состав полипропилен, цена 77 рублей. Нарисовано, из чего состоит, производит Россия. Продаются такие полки в сиреневом цвете, в зеленом и в синем цвете. Красивый зеленый цвет и в собранном виде смотрится так. Нижний ярус стоит на ножках, немного завышенные от самой полки. И сами полки находятся между собой на расстоянии 17,5 см. Изготовлены из плотного пластика полки с углублением. А если купить два комплекта, то эти полки можно ставить еще и друг на друга. Отличные полки, красивый приятный цвет. Они хорошо подойдут в ванную комнату. Сами они квадратные, размером 19 на 19 сантиметров. Цена 77 рублей. А расческа для волос. Скелетка двухсторонняя. Интересное название. А на кончиках шарики неровные, с разными диаметрами. Не знаю, как в плане расчесывания, но сцеплять волосы точно будут. А с этой стороны зубчики этой расчески мне больше понравились, чем с другой стороны. А в двух цветах цена 99. Расческа для волос круглой формы с керамическим покрытием. А зубчики очень мягкие, и эта расческа, конечно же, подойдет для укладки волос. А высокая ручка, цена 99 рублей. Антибактериальный дезодорант антиперспирант без спирта, защита 48 часов. В составе масло чайного дерева, который уничтожает бактерии, вызывающий неприятный запах. 99 рублей. Всем желаю добра и позитива, не болейте, берегите себя и своих близких. Всем пока-пока, до новых встреч!